Так, хорошо, смотрим. Бог арены на Малиновке. 8, 9, 7, 8, 9 левела. Играем мы на простой оборудке, кстати, даже не на этой. Не на трофейке. Играем на засвет, нихуя себе, просветленочка. Малошумочка и досылатель. Ну, интересно, давайте посмотрим. Подъезжаем в дефолтные кустики. Будем пытаться пересвечивать вражеских ЛТ. На базе остается всего лишь 2 суперхелката. Ебать, выстрел, нихуя. 430, ебать. Ах, жаль, сейчас бы залетел еще бы на 400. Не, ну начало, конечно, многообещающее. Пиздец, с этой агрессивной позиции просто стоишь, стреляешь, охуеть. Пиздец, жестко, конечно. Круто залетает, кстати, снаряды вообще не фейлятся практически. Блайндим по позициям, где светились только что танки. Ой, сейчас по попочке. Ебать, 400, да ты что, блядь. Ай, красиво, блядь, Булгарены, как я завидую тебе. Ебать, по 450. Ну ты монстр просто. Обалдеть. Надо добирать. Может на пороге, го в пороге лучше. Хотел добрать, но похуй, да. Го в рогу фугасиком, в бордбашню фугай. А, не, ББшки приходишь. Мне бы в бордбашню фугасиком бы кинул. Почему нет? Откатываешь чуть назад, чтобы тебя не пересветили. Даешь правее, туда, чтобы тебя не светили. Прокатываешься по кругу. Заряжаем опять фугасики. Ебать, 470. Охуеть, да ну тебя, блядь, Бугарены. Это пиздец. Это незаконно, дядь. Это просто незаконно. Какая стрельба, какие уроны. Это пипец. Это просто какая-то жесть. Ну тут, конечно, сложно было у нас стрельбу. Видно, что не получалось. 53 ТП. 400, блядь. Жесть. 4К урона моментально просто залетело. Я бы на твоем месте фугас бы приберег бы, да, там на всякие случаи. Вот. Но ты сейчас пытаешься этим фугасом проконтрить как раз таких хлката. Вот, переходишь на ББшку. Откатываешь за кустик, даем тычку. Остается он шотный, забираем. Очень хорошо ты стреляешь, очень хорошо. Мне нравится, как ты действуешь по карте, очень круто. Приехал в начале, агрессивно выставился, пострелял, чувствуешь карту, чувствуешь дистанцию, все правильно размеренно делаешь. Пока что вообще никаких ошибок. Ебануться, блядь. Вот это, конечно, хуево. Бля, мог бы и лопнуть. Я бы, ну я бы, грубо говоря, не сказал бы, что это ошибка. Я бы не сказал, что это ошибка, объясняю почему. Потому что ты играешь суперагрессивно, ты играешь перед своими союзниками, ты хочешь занять агрессивную позицию, чтобы работать по инфе своего ЛТГ. Конечно, печально то, что засветил тебя кунспанзер, но ты сделал по нему минус, и этот размен, в принципе, адекватный. Почему этот размен адекватный? Потому что теперь перед тобой ЛТХ катается, будет тебе светить, а ты с базы будешь дамажить постоянно. Тем более, ты провоцируешь оппонентам возвращаться домой, и таким образом выигрываешь бой для своей команды. То есть, в общем, да, это правильное движение, но печально, что получилось так, что ты получил очень много урона. Вот. А в общем, я бы сказал, нормально. Так, переходим обратно на фугасы. Два фугаса. Стоим вне куста, чтобы засветить заранее оппонента, а потом откатить за кустик, как я понимаю, да? У этого чувака 100 плюс кабаев. Я знаю, да, Богорена пиздец боев как много в нашу игру. Остается 15 секунд. Будешь съезжать с базы или будешь до конца стоять? Че, возьмешь базу просто? Нет, все-таки подъезжаем, остается 5 секунд. Будем съезжать, мы же играем на урон, правильно. Видимо, Т-15, заряжаем ББшечки, правильно, потому что стреляем. Она, в принципе, бронированная везде, поэтому фугас в нее не зайдет. Закидываем блайнд. Чирик засвечивается, немного не везет выстрел, не сказал бы, что фейл. Счет 10-5. Вот я уверен, как же благодаря тебя оппоненты, то, что ты съехал... Ну, не оппоненты, а союзники, точнее, на горе, как они тебя благодарят, то, что ты съехал захват. Выцеливаем каточек, ставим каточек. Блять, как все правильно, молодец, вообще. Залетает, конечно, шикарно. Хорошая стрельба. Закидываем, пробиваем. Блин, ББшками, конечно, хорошо шьет. Так, остается 3 танка во вражеской команде. Катим за ними, выцеливаем Бизона, потому что он подставляется. Подкатываем еще ближе. 3700 хп остается еще у вражеской команды. Так это еще и доигрывать надо. Барик, что за воздушка? Воздушная тревога. Угроза прилета снаряда. Закидываем еще в борт. Сейчас еще закинем. Найс.
Блять, какой же охуенный бой. Это пиздец. Наверное, этот танк идеальнее бы невозможно было танка придумать вот для этой игры. Кстати, вот тут микрофайл, то, что ты открыт был под него, да. Это пиздец. 7,5 кусков, блять. Охуеть, бог арены, блять. Пиздец. 8к даги без напряги. Каток? Красавчик, блять. Да ты шо, дядя? Ебать, тут пожилой киберспирт, блин. И еще и подвернул, чтобы в борт обновлять каток. Не, ты что? Вообще, ну класс. Сколько урона? 8595. То есть блайндов... А, два блайнда еще. Не, Бугарена, это охуенный реплей. Серьезно, мне очень понравилось. Ты большой молодец, ты просто большой молодец. Очень хорошо все сделал. Ноль претензий. Но, конечно, чех подошел в этот бой. Вот чех в этом бою просто идеально себя проявил. Ну, я имею в виду, как танк, да? Эти фугасы в начале боя просто великолепны. Это стрельба ББшками, которые прошивают восьмерки. Позиционирование очень хорошее. Последний момент 777, каточек левый. Потом каточек правый, проход вправо, чтобы у него пушка не опустилась. И обновление катка. Да ты что, ну красота. Ну просто же все как книга пишет. Очень хорошо. Молодец, Бугарян. Красавчик.